Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим тему наименьшее общее кратное, сокращенно НОК. К примеру, нам нужно найти наименьшее общее кратное числа 16 и 12. Записывается это вот так. Наименьшее общее кратное число – это число, которое делится и на 16, и на 12 в нашем случае. Для того, чтобы это сделать, распишем кратное, точнее, найдем кратное число сначала 16, затем 12. Кратное число 16 равно. Чтобы его найти, нам нужно 16 сначала умножить на 1, потом на 2, на 3, на 4, на 5 и так до бесконечности. 16 умножить на 1 – 16, умножить на 2 – 32, умножить на 3 – 3 умножить на 6 – 8, 48. На 4, 6, 4, 24, 54, на 5, 80, на 6, 96 и так далее. Кратное число 12. То же самое. 12 на 9, 12, 12 на 2, 24, 12 на 3, 6, 36, на 4, 4, 2, 8, 48, на 5, 10, 60, на 6, 6, 2, 12, 72, на 7, 7, 2, 4, 1, 2, 1, 84, на 8, 96 и также так далее. Теперь находим общее кратное. Общее кратное числа 16 и 12. Для этого мы просто смотрим на ряд чисел, которые у нас получилось, то есть, и находим одинаковые числа. Смотрим кратный 16 и кратный 12. Одинаковые числа это 48. Давайте даже вот так вот сделаем. 96. На самом деле, если дальше туда умножать до бесконечности, таких чисел будет очень много, но нет смысла это расписывать, потому что нам нужно найти наименьшее общее кратное. Получается, общее кратное это 48, 96 и так далее. Так как нам нужно найти наименьшее общее кратное, нам подойдет число 48. Получается, что общее кратное 16 и 12, 48. Но что делать, если число большое? Представляете, это все расписывать, это ты, если честно, офигеешь. И поэтому есть алгоритм нахождения наименьшего общего кратного. Сейчас я все быстренько сотру, и мы с вами рассмотрим какое-нибудь другое число. К примеру, 24 и 56. Для того, чтобы найти наименьшее общее кратное 24, 56, давайте это число разложим на простые числа. Для этого отдельно мы разберем это число и это. Число 24. Для того, чтобы разложить 24 на простое число, нам нужно это число разделить на 2. То есть 24 мы делим на 2. Получается число 12. 12 также делится на 2. Делим его на 2, получается число 6. 6 опять делится на 2. Получается число 3. 3 на 2 уже не делится, поэтому 3 мы можем разделить только на само себя. 3 разделить на 3 равно 1. То есть мы максимально долго, если у нас это получается, делим наше число на 2. Это основное правило. Так, и число 56. 56 разделить. Мы также его делим на 2. Получается 28. 28 на 2 тоже делится. Получается число 14. 14 тоже делится на 2. Получается число 7. 7 на 2 уже не делится, да, это простое число. Оно делится либо само на себя, либо на единицу. Делим его само на себя. Получается число 1. Вот мы с вами разложили 24, 56 на простые числа.
для того, чтобы найти наименьшее общее кратное 24-56, нам нужно вычеркнуть пары, одинаковые пары этих чисел 24-56. Смотрим. 2 и 2 мы вычеркиваем. Опять 2 и 2 вычеркиваем. 2 и 2 вычеркиваем. Здесь остается 7, здесь остается 3. Да, то есть все, вычеркнуть нам больше ничего не нужно. Как это записать, чтобы было максимально проще? Я вам рекомендую выписать самое большое число нашей пары, 56, и умножить его на число, которое у нас осталось при разложении числа 24 в данном случае. То есть здесь осталось число 3. Равно 168. Ответ 168. По факту мы можем сделать по-другому. Мы можем написать число, то есть ног 24-56 равно. Мы можем написать наименьшее число 24 и умножить его на оставшееся число при разложении числа 56, то есть на семерку. И получится то же самое число. Либо, если мы хотим прям все подробно расписать, мы можем это сделать так. Вернемся вот к верхнему примеру. Мы можем записать как. 56 мы с вами разложили, мы это записываем. 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 7. Да, мы разложили с вами это число. И опять же дописать число, у которой нету пары, то есть в данном случае это тройку, и умножить на 3 равно. Это мы с вами знаем, что получится число 56 умножить на 3 168. Вот мы с вами разложили, точнее научились находить наименьшее общее кратное чисел.